Делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, а также Екати Цветочек, розовый. У тебя мой, как миленько, почему сегодня так? А потому что сегодня мы находимся там, где всегда добро побеждает зло. Мы находимся там, где вместо дождя с неба падает магическая пыльца. Мы находимся там, где всегда происходит Инчантикс! Ура! Я не знаю, что такое Инчантикс, это Катя меня попросила сказать, вот. Да, сегодня мы, потому что в Оренбурге всегда Инчантикс происходит, мне рассказывали, потому что у меня там двоюродная бабушка живет. Все нормально, Инчантикс, да, в Оренбурге. То есть в Оренбурге всегда добро побеждает зло? Да, это единственный город, где такая вот ситуация случается. И с неба идет магическая пыльца, падает вместо дождя в Оренбурге. Но они называют это метеоритный дождь, но на самом деле это не так. Знал бы я, что такое Инчантикс! Инчантикс! Ну, короче, я не знаю, завидовать вам, оренбуржцы, или соболезновать. Ну, если у вас в городе всегда Инчантикс происходит, ну, земля вам пуховик, как говорится. Ой, наконец-то бог Майнкрафта нам с неба не какашки всякие скидывает, а волшебную пыльцу. Успели мы зайти в Майнкрафт, как обычно, только в этот раз, когда мы зашли, первое слово, которое я увидел, услышал, было вот это. Какое, Кать? Инчантикс-то? Инчантикс. Кто там мне в этой серии объяснит, что такое Инчантикс? Ребят, ну объясните ему же, что такое Инчантикс. Он говорит, что никто не знает, что это такое. Я говорю, что вы все знаете, что это такое. Мне кажется, что если кто-то из подписчиков все же и знает, что такое Инчантикс, то, наверное, только девушки. А пацаны точно не знают. Вот я в душе не чаю, что такое Инчантикс. Подожди, я что, яблочки какие-то протухшие съела? Или там впереди что-то фиолетовое? Там все розово-фиолетовое. Так, а ты эти яблочки кушал у меня? Я эти яблочки тоже кушал, вот, одно. Но это мои яблочки. Подожди-ка. Таких же деревьев... Подожди. Если у тебя сейчас внезапно случится мини-инфаркт, потому что ты увидела столько много розового за один раз, давай я сначала хотя бы скорую вызову, а потом уже побежишь в эту деревню. Да не-не-не, подожди, я в порядке. Подожди, там реально розовая деревня? А такие в Майнкрафте вообще бывают? А в Майнкрафте драконы бывают, как это было в предыдущей серии? В Майнкрафте нет. А, ладно, я все поняла. Ну, в принципе, ты можешь тут остаться, я пошла. Приятно было познакомиться, пока. Розовая деревня, слушай, я там останусь жить. Почему у меня с самого начала этой серии есть такое ощущение, то что эта серия будет, ну, немного какая-то девчачья, или мне прям очень кажется? Кать, цветы! Просто поляна цветов, просто розово-кварцевая деревня! Ты понимаешь? Пионы, что... мои любимые цветочки, почему ты никогда мне не дарил пионы? Ой, тут так много! Ты понимаешь, что по всей деревне здесь валяются тортики? Слушай, ну тут явно какой-то сладкоежка живет. Так, какой бы домик себе выбрать? Этот или этот? А, какое все классное! Все в тортиках! Весь колодец в трехъярусных тортиках! Кать, я хочу отсюда свалить прямо сейчас к чертовой бабушке! А я не хочу отсюда свалить, я лучше посмотрю, что тут внутри есть. Мне это место не нравится! Фиолетовая кровать! Господи, помилуй. Кай, ты понимаешь, что если тебя в эту деревню заманивают розовые... Еще одна фиолетовая кровать! Кать, ты понимаешь, если в эту деревню тебя заманивают тортиками и всем розовым, ничего хорошего из этого сегодня не получится, ты это понимаешь? Сюда подойди. Подойди сюда, ты посмотри, что в этом сундуке лежит возле фиолетовой кровати. Просто посмотри. Морковка и заклинание удача, 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 и все по 5 минут. Ну давай я жахну эту удачу, чтобы мы как можно скорее свалились с этой проклятой деревни, и морковку заберу. Морковку я тоже... А, забрал всю морковку! Кай, тут тоже... мне! Тут еще одна фиолетовая кровать. Тут! Кать! В этом... Иди сюда, посмотри в этом сундуке, вот, посмотри в этом сундуке, что находится. Посмотри! Надеюсь, там розовая бронька. Яблоки!
Господи, пап, спаси. Розовый ковер, золотое яблоко и торт. Возьму 3 торта. 4 торт. Нет, 5. Ну, в смысле, все. 4 и хватит, хватит, Катя, хватит. А в кузнице, наверное, фиолетовая броня лежит. Ну, по-любому, по-любому, по-любому. В этом мире Майнкрафта, ну, 1020 еще деревень есть. Ну, пошли в любую, которую только пальцем тыкни, в любую, и туда пойдем, ну, хотя бы кроме этой. Что это? Пурпурный флаг и взрывное зелье силы. Вот взрывное зелье силы, сразу забирай все, как только можешь. С этим зельем можно там эндер-дракона с 2 тычек убить. Забирай, так, забирай, книгу, забирай. Книгу я выложу, потому что у меня больше нет свободных этих, а это заберу. Книгу тогда я себе заберу. Все, пошли. Все, смотри, мы все облутали. Тортики мы все кушать, мать моя святая женщина. Чего? Кто? Где? Кать. Мне кажется... Я в раю! Нет! Девчоночки! Нет, мне кажется, мы не в раю. Мне кажется, что это феечки, которые тебя только что... Которые тебя прямо сейчас забрасывают цветами, Кать. Они делают Катюшкин дождь? Ну да, Катюшный дождь, вот это аллилуйя. Аллилуйя, Катюшный дождь! Ребят... Пожалуйста, я вас всех прошу, телепортируйте нас отсюда куда-то в другое место. Вот в самый меня-то цветами не надо забрасывать. В любое... Тихо, девчонки, давайте знакомиться. Меня зовут Катя Крафт, и я... Вот это хорошо сейчас было, вот это хорошо. Так, ну, все цветы взорвал вот этот. Мистер Крипер? Мистер Крипер, зачем вы так? Так вот, девчонки, прекратите цветы кидать. Я поняла то, что вы мне очень рады. Как вас зовут? Меня зовут Катя Крафт. Я люблю все фиолетовое, вы тоже, и я остаюсь с вами жить. В смысле ты с ними остаешься жить? Давай, ну сейчас мы здесь потусуемся и пойдем отсюда, пожалуйста. Ну хватит цветы тут нам разбрасывать, завянут же. Ну пожалуйста, ну давай останемся здесь жить. Ну здесь так хорошо. Я уверена, что они нам плохого ничего не сделают. Ну пожалуйста. А они нам и хорошего ничего не сделают. Ну вот попроси у них что-то хорошее. Вот ты думаешь, они тебе кроме цветов что-то дадут и мистер Криперов? Попроси давай. Подожди, сейчас так как-то беспардонно, мы только зашли. Девчонки, вы меня слышите? Подойдите ко мне, если вы меня слышите. Ой, столько розового, столько всяких эффектов. Они там пырики-пупырики с задницы пускают. Вот смотри, летают с этими из меня какие-то... Тихо. Стоп, сейчас проверим. Так, я выброшу вот эти вот цветы, а то у меня инвентарь просто завален вашими цветами. Все, хватит цветы кидать мне. Так вот, девчонки, я... Попрошу вас сейчас стак розовой шерсти. Можно, пожалуйста, если вы меня слышите? Вот это? Они тебе только что 3 стака розовой шерсти выкинули! Слушайте, девчоночки, а можно мне, пожалуйста, стак стейков? Ой, или стак стейк. Кать, они мне выбрасывают гнилую плоть. И сырую вот эту рыбу. Рыбку. Ну, в принципе. Так, девчонки, а можно мне алмазный шлем? Нифига себе, ты зажрась! У тебя есть вот эта алмазная броня, Кать! Ну и что, мало ли, вдруг шлем сломается. Шлем — это самое главное. Они тебе 3 алмазных шлема только что выбросили! Девчоночки, пожалуйста, вы мне тоже очень сильно нравитесь, только выбросьте, пожалуйста, зачаренное золотое яблоко, я вас прошу, пожалуйста. Кать, они мне выкинули каблстон, булыжник, мертвые кусты и кожаный шлем. Батон. Еще один мистер Крипер. Ну вы что, издеваетесь, что ли? Почему вы Катю любите больше, чем меня? Я тоже люблю все фиолетовое. Ну, алмазы! Да хватит алмазы ее выбрасывать! Ты с ума сошла! Кать, ты понимаешь, что... Если в одной серии происходит что-то настолько наркоманское, в следующей серии будет жопная жопа. Она тебе выбросила только что зачаренное золотое яблоко сзади тебя. Пырики-пузырики. У меня уже места в инвентаре нет, придется золотую шерсть выбросить. Да ты бессмертие, яблоки выкидывай. Всё, до свидания. Короче, я с тобой расстаюсь, потому что 100% в следующей серии кто-то из нас погибнет. Если мы в этой серии тотем бессмертия нашли, золотое яблоко, 3 алмазных шлема, в следующей серии будет просто разнос задницы. Честно тебе говорю. Я высоко прыгаю.
Я высоко прыгаю. Дурдом, ёханый дурдом просто. Кать, ты себе нашла подружек просто по жизни. Три феечки вот эти, Винкс, да? О! Только что передо мной появилась лошадь. Просто так взяла и появилась. И кролики появляются, Катя, это реально феечный мир какой-то волшебный, кролики бегают, вот это шашлыки ходячие розовые, ну я сейчас с ума сойду, я же скажи, ты до сих пор не хочешь здесь жить? Я же не девочка, почему это должно мне нравиться? Вот если бы мы зашли в деревню и там разъезжали бы Порше, Ламборгини, там бы мужики ходили в бильярд, играли, в PlayStation бы играли, футбол бы, мяч гоняли по двору, вот, все бы меня пацаны сейчас вот это поняли. Мы бы остались, конечно, жить в этой деревне, а тут чё? Феечка Винкс! Энчантикс! Ну... Все хорошо, поразвлекались, надо и честь знать, и меру знать. Все, пошли за мной, я тебе предлагаю в другую деревню отправиться. Возможно, она вообще сегодня будет какая-то из золота. Прикинь, золотая деревня. На, чики-бомбони, и ты чики-бомбони. Сегодня праздник, любовь везде, магия, чики-бомбони. Вот это все, пошли, Кать, пошли. Давай, быстро, пойдем. Подожди, ну пожалуйста, я с девчонками не попрощалась. Да не надо с этими девчонками прощаться, пошли за мной, давай, быстро. Хорошая серия, вот мы с свечками потусовались, надеюсь, больше такой серии никогда не будет. Вот мы сейчас пойдем куда-то другие вещи там находить, а? Хорошо, давай, все, пошли, давай. Но девчонки за мной идут, они не хотят меня отпускать. Успокойтесь с этими тортиками, хватит перед нами тортики ставить, хватит, ну хватит печеньки, морковки. Но они морковки дают, у нас пожизненный запас еды будет. Они нас задабривают, ты понимаешь, они нас задабривают. Ну пожалуйста, ну давай останемся, ну хотя бы на недельку, вот на недельку останемся и там ты подумаешь, может передумаешь, я так, все, хватит, выбирай, или ты остаешься с этими феечками Винкс в этом городе, живешь тут до скончания жизни, или ты идешь со мной, выбирай. Они Кать, они тебя задабривают, они спамят кроликов, выкидывают морковку, ты не видишь, что они тебя задабривают, чтоб ты здесь осталась? Попугаев начали спавнить! Ну, я не знаю, ну, конечно, я останусь с тобой, конечно, я пойду с тобой, или все, феечками. Все, ты идешь со мной, пошли, выбирай, или я, или феечки, выбирай. Феечки или ты? Ты еще сомневаешься? Или ты, ну, мне сложно! Ты, конечно, все, хотя... Все, пошли. Да, в смысле хотя? Слушай, у меня есть идея. О-о-о, конец всему. Какая идея? Девчонки, а вы можете меня превратить в фею? Ты ненормальная? Какую фею? Я стану феей, смогу делать все то же самое и смогу остаться с тобой. Как тебе такое? М? Все что угодно, пожалуйста, лишь бы моя девушка не была феей. Я вас прошу, хорошо, мы здесь останемся, ну давай на... Я фея! Как вы меня заколебали, тушканчики летающие! Ну вы чё пристали к нам в этой серии? Давайте вы еще меня в фею превратите, ядрить, колотить! Хотя нет, не надо. Сейчас меня в бегемота еще... Я хочу, чтобы ты тоже стал феей. Это она пошутила, это не ее желание. Нет, это не надо исполнять. Пожалуйста, вот это я не хочу никакой феей быть. Никто не хочет быть никакой феей. Пожалуйста, уйдем отсюда, я тебя прошу, Кать. Блин, только я летать не могу. Потому что ты феечка Лохопудина. Конечно, ты не можешь летать. Зачем ты такое желание попросила у них? Девочки, я хочу летать. Вы меня феей сделали, а летать не сделали. Это что-то не по-детски как-то неправильно, вот не так, не да. А, ну надо же сказать Энчантикс, и тогда я смогу летать, да, девочки? Это ты полетела сейчас в небо? Да, это я полетела, ура! Так, хорошо, это круто, я признаю, вот феечки, я изменил свое отношение к вам, я хочу, чтобы вы все подошли вот сюда ко мне, я хочу быть частью вас, я хочу стать такой же хорошей феечкой, здесь все, кроме Кати, да, подойдите сюда, девочки. Я наверху летаю. Так, хорошо, подойдите, девочки, все сюда ко мне, вот сюда, развернитесь, я решил сделать вам подарочек сегодня, развернитесь, пожалуйста, в другую сторону. Надеюсь, ты с ними ничего не сделаешь. Девочки, вы такие хорошие, вы мою девушку сделали феей. Мне кажется, надо с вами расплатиться. На ты, собака, с
Уйдите отсюда к чертовой бабушке, феечке, Виликс, проклятые эти выхухоль летающие! Что одна, что другая, что третья! Так, двоих уже убил, сейчас я тебя зашмандолю! Где ты? Где ты? Кать, ты главный ко мне не подходи, так троих убил! Это ты или это феечка? Кто это? Это я! Пошли отсюда, пока они не вернулись. Вот все же как бы зелье силы помогло. Еще одна какая-то феечка, только она синяя. Подожди, ты зачем их подружаник-то зарубил? Чего они тебе плохого сделали? Что они мне плохого сделали, эти феечки? Они мою девушку тоже в феечку превратили. Вот что они мне плохого сделали. Я сама попросила, я потому что хотела быть феечкой. Ну все, на, теперь я тебя буду забрасывать цветочками. Держи, Катюха, ты же сейчас цветочки еще больше любишь, чем ты любила до этого. На, держи. Ну ты что такое называешь от этого? Устрелись! Что? Ладно, все, ну... Ну, в принципе, я больше могу не быть феечкой. Если хочешь, я могу обратно попросить их. А как я их попрошу, если ты их всех убил? Ну вот именно, как ты их сейчас попросишь, чтобы они сделали тебя нормально, если я их убил? Так а зачем ты их убил? Мне что, тебя мечом зарезать? Не надо меня ничем резать. Ну все, пошли, значит, с этой серии будет Майнкрафт, но со мной и с феечкой Катей. Ой, надеюсь, меня бог Майнкрафта снимет это заклятие в следующей серии. Ха-ха-ха! Мне кажется, следующая серия будет жопошной просто. У нас заберут все наши алмазы, заберут вот эти способности феечки и все остальное, что у нас есть. Ну да, у меня после этого напасти от этих феечек у меня 25 алмазов в инвентаре. И три алмазных шлема. Если в этой серии добро побеждает зло, то в следующей серии, Катя... Не говори глупости, не говори глупости, все будет хорошо. Все будет просто опупенно. Ха-ха! Нет.